Всем привет. Этой лошади в живых уже нету. Ее звали Камея, Роза, Розочка. Это прощальное видео с ней. Даже не верится, что такое произошло. Грустно осознавать, что вот эти фотографии, которые сейчас вы видите, что ты начинаешь ценить их только когда лошади не становятся в живых. Также можно сказать и про других животных, и про людей. Вообще, эта тема очень страшная. Эта лошадка была непростая, но честно, мы все непростые. У всех свой характер. Эта лошадь прожила большую, может быть, не очень простую и легкую жизнь, но я надеюсь, она была счастлива, своей лошадиное счастье у нее было. В этом видео подобраны разные фотографии разного времени. Они могут отличаться друг от друга. Кто-то умирает, кто-то рождается. Это не изменить и никак это не остановить. Розочке не стало 21 ноября 2019 года. Здесь есть фотографии с соревнований. Очень страшно смотреть на эти фотографии и осознавать, что ее больше нет. Чем старше Розочка становилась, тем белее она была. В конце очень много старых фотографий, где Розочка белая в серых яблоках. А на этих фотографиях она белая, потому что эти фотографии сделаны относительно недавно. Вот эти фотографии, о которых я говорила, где Розочка белая в серых яблоках. Да, может быть, эта лошадь не была мне так близка, как к некоторым людям, но я тоже ее любила. Вы можете меня понять. Честно, я даже до сих пор не могу поверить, что такое произошло, и что вообще это могло случиться. Неужели она не прекрасна? Она же такая красивая, такая милая. Ей всего лишь было либо 19, либо 20 лет, где-то так. Но если смотреть по человеческим меркам, это где-то 60 лет, ну, где-то примерно так. Я желаю Розочке зеленых лугов, чтобы она бежала по радуге легко. Да, это видео достаточно долгое,
Но я, когда нашла эти фотографии, я не могу их не выложить их сюда. Она всегда будет в моем сердце. В 16:42 розочки не стало. Такая прекрасная лошадка, мне ее будет не хватать. Рано или поздно мы все умрем, и это не избежать. Кто-то скажет, что 20 лет это немного для лошади. Да, возможно, но всем нам предназначен какой-то срок жизни. Его можно продлить, но ненадолго. У Розочки случилось так, что она не дожила до своей глубокой старости. Но я не знаю, это к лучшему или нет. Решать только вам. Честно вам сказать, мне очень тяжело было делать это видео. Я очень долго и сейчас очень долго расстраиваюсь и не могу смириться с этим.